Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-герои». Задание дня, ранний доступ. Давай посмотрим, что у нас тут. Классика жанра, банановый сплит против бочки с бородатыми капитанами. Будет громко. Будет громко, говорят. Ну что ж, давай посмотрим, насколько это будет громко. Ага. Значит, я за Бонг Чой играю. Да. До пятого хода нужно еще дожить. Ладно. Попробуем, друзья. Так. Угу. Так, сейчас этот вылезет, бородач. Так, ну мне кажется, он банан уничтожит мне с помощью капельки своей. 100% тебе говорю. Будет что-то типа того. Но если мы сделаем вот так, то, возможно, ничего страшного не получится. А, вот он что делает. Но все равно мы его уничтожим. Блин, ландшафт мне, конечно, этот не очень нравится. Опа, 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 выполз. Выполз. Чудик. Что бы мне сделать? Если я, например, сделаю вот так и вот так, будет хорошо, как думаешь? Я думаю, что будет просто замечательно. Так, нам нужно дожить до пятого хода. Ай, бородач. Слушай, а вдруг он повесит эту? Давай тогда я вот так сделаю. Посмотрим. А жучара, а? Твою налево, блин. Ты серьезно? Так, ну допустим. Выставлять нам нужно вот этого вот парня. А теперь посмотрим, какие его дальнейшие тут действия сейчас будут. Протратился. Ну что же, замечательно. Блин, сейчас у него сработает опять защита. Как бы тут лучше сделать, наверное, вот так вот. И все. Задумался что-то, что-то задумался. Что задумался? Да ё-моё, он достал уже. Он еще и восстановился немножко здоровья, да? Есть, ребята, отличный вариант у меня. Уже нету. Ох ты, даже так. Ну, жучара. Давай смотреть. Так, он еще и здесь уничтожает. Тут шлепок, а? Так, у него 8, 7 хп, и у нас 8. Кто кого, как говорится, да? Давай вот так вот сделаем. Он хочет уничтожить капелькой, ребята. Да-да-да-да-да, именно капелькой. Я так и понял. Размещает на линиях. Это фигня все на самом деле. Крышка. Ему, ребята, крышка. Отлично.
Ну что, вот так вот мы победили заразительную сальцу. Теперь нам нужно посмотреть. Так, блин, я то хотел ежедневки, а одну мы уже выполнили. Так, замораживает зомби. В плане. И нанесите 20 единиц урона героям Нептусию. А что значит замораживает зомби? Так, подожди, не понял задание. Замораживает зомби. То есть я должен заморозить зомби или зомби должен заморозить растение? Ладно, сыграем за Нептусь. Тьфу ты, куда я нажал-то, ё-моё? Сыграть нужно за Нептусь. Очень плохо у меня, конечно, получается играть за Нептусь. И колода, я смотрю, у Нептусь за пиратов. Я, наверное, кое-что изменю. Я уберу одну карту. Наверное. Блин. Я хочу просто поставить вот этого вот гаврика. Ну что, попробуем. Тут получается колода на пиратах. Типа того. Уж не знаю, насколько мы тут хорошо можем с тобой сыграть. Но поиск соперника почему-то идет очень долго. Нашли, и это у нас. Это у нас зеленая тень. На бобовых, скорее всего, будет играть тень. Или на заморозке. Ну, скорее всего, на бобовых. На орехах. Так. Давай попробуем. Сейчас посмотрим. Если поставить на воду фасоль. Ну, в принципе, ребят, да, я был прав. Все-таки на бобовых будет играть он. Сейчас посмотрим. Ага. Чудика этого сюда поставил, да? Ту-ту-ту-ту, что же мне сделать? Наверное, пока ничего. Вот. Давай вот так вот сделаем. Погнали. Ковбой, вот это хорошо, ребята. Вот это прям. Прям замечательно. Ага. Да я не знаю. Наверное, нам. Да пока никак не будем делать. Поехали. 6,2,8. Вот так даже, да, делает. Еще и замораживает. Так, это, по-моему, получается, ребят, карантарики нам, да? Да, нам, получается, здесь карантарики. Ну что, сейчас поставит какую-нибудь фасольку. Она по мне, ну, будет бомбить, понятное дело. Да, вот так. Я так и думал, ребят, что будет на фасольках, на бобовых. Ну, Нептусю все равно нужно бомбить. Да и с картами как-то не особо, честно говоря, повезло. Два хода вообще ничего не мог. А, нет, я поставил, но он уничтожил мне на воде зомби, которого я... Офигеть, 43-й ранг против меня поставили. Бонг-чой.
Ну, давай посмотрим. Опять же, что? Ну, валун, валун-то хорошо. Ураганчик. То есть два хода мы с тобой можем еще как-то подтянуть. Ну, не знаю, посмотрим. Если у него есть там что-нибудь, то он обязательно там микс фруктовый, то он постарается его уничтожить, это понятное дело. Так. Он поставил сюда лужайку шипастую. Вопрос. Зачем? Он хочет сюда перетянуть. Я так и понял. Я так и понял, ребят, что он хочет его перетянуть. Значит, мы сделаем его вот так. Чтобы не погибнуть сразу. Ну, а дальше ты понимаешь, что... Давай так вот сделаем. Сейчас что-то поставит. Перемещать сюда? Окей. Переместил. Блин, жалко, энергии нет. Сейчас бы я его... Хотя можно сдуть будет, в принципе. Или вот этого поставить. Тут, конечно, очень много вариантов. Надо будет разбираться. Пошли траты. Окей. Так, если он сейчас будет на доборах играть... Давай сделаю вот так вот. Так и вот так. Надеюсь, он не сможет уничтожить мне. О, как делает. Блин, тогда нам придется его выкидывать. Поехали. Угу. Посмотрим, кто там у него. Так, шипы. Шипы. Ну что, ребята, давим и сдуваем. Такой наш будет вердикт. Или как? Блин. Ну да, наверное, нам так и придется сделать. Куда он его потащил? Так, ну что? Сюда ставим или сюда? Не, давай сюда. Так. И вот так. Поехали. Ну, понятно, слышь, защита. Сейчас по земле, наверное, два удара, да? Психованного своего врубит сейчас. Он не стал врубать психа. Давай я, наверное, вот так вот сделаю. Бонусная атака, плюс прокачка, да? Ага, вот он как решил сделать. Поехали. А ему крышка, ребята. Чё он сейчас? Все? Нет, еще не крышка. А вот теперь крышка.
Я думал, у него будет два удара по земле, но нет. Да, ну тут хорошо получилось. Замечательно. Так, что такое замораживает зомби? Наверное, все-таки мне нужно сыграть за того, кто замораживает зомби. То есть это мы можем с тобой взять. Кто у нас по заморозкам? По-моему, ну у нас есть, конечно, и Роза. Если посмотреть на Розу, что у нас тут? Вот такая вот у нас Роза тут. Пупенная. Но нам нужно создать именно на заморозках. То есть как-то так. Так. Что там еще у нас может быть? Ну, естественно, эти груши. Что еще нам тут может пригодиться? Но опять же, ребят, если не будет замораживающей груши, то грош цена всем моим тут заморозкам этим, сам понимаешь, да? Не хватает, знаете чего? Не хватает мне арбуза, который замораживает. Да, точно, не хватает именно этого арбуза. Так было бы вообще идеально. Может, этих взять? 4, 4, 8. Ой-ой-ой, куда там уже перебор у нас идет? Ну, не знаю, ребят, ну попробуем вот такой вот колодить. Фигня, конечно, какая-то получается у нас тут. Ну, мне нужно главное заморозить зомби. А уж получится у нас, я так понимаю, заморозить зомби нужно, а не чтобы именно играть за зомби, который замораживает. Сейчас посмотрим. Против замеха, блин, не самый лучший вариант, конечно. Прям вообще, да. Прям вот вообще не айс. Ботаник. Пока мне нечего здесь ставить, поэтому я пропускаю ход тупо. Блин, уже две груши, а ни одной капельки замораживающей нету. Блин, я ландшафт это взял, по-моему, не взял. Ладно, его молотком по башке мы сможем. Вот только так и сможем. Так, давай этого бомбанем. И грушу выставлять нам придется. 5-2. Так, кто там у меня? Коза. Ну, пускай вот козел тут стоит. Защита сработает? Сработает. Ну вот, наконец-то у нас заморозочка появилась первая. Будем делать.
Давай, наверное, вот так вот я поставлю. Просто хочу посмотреть, кто там. Сумоист. Рикошет. Ну давай. Так, ну что, ребята, самое интересное начинается. 1-4. Так, все нормально. Поехали. Ну, а дальше будем смотреть, как пойдут наши дела. Зомби получает плюс 5 хп. Окей. Блин, где мои хилки-то все? Я не могу никак понять. Ой, хилки, какие хилки, о чем я тут? А мне в данный момент даже поставить. О! Отлично. Так вот он решил, да, значит? Вот это, конечно, плохо. Вот здесь вот происходит дело-то. Так, сумоиста в минус. Ну что он там сейчас делает? Это хорошо, ребят. Так, сейчас если побольше он там вызовет нам. Так. Давай сразу же выставлять следующего. Ты посмотри, а. Давай я так попробую сделать. Кто? Ага. Вот так вот он решил, да? Ну и что, ты там в ступоре встал? Так, 4 хп, блин, не нанесем, ребята. Ну я уже понимаю, что он сейчас сделает. Да-да-да-да-да, вот так вот. Эх, ну что, груша плюс... Что у нас тут еще идет? Мы этого можем выкинуть. Или вот этого можно выкинуть. Или вот этого. Не, можем вообще их превратить в детский сад. Ну, вот так вот, например. И все. Ну, давай, допустим. 4. Ну, 5 атаки ты мне нанесешь. Дальше что? Ну и все, тебе кранты, парень. До свидания. До свидания. Я надеюсь... Правильно я понял задание? Да. Заморозили мы с тобой этого зомби. Ну и, соответственно, выиграли. Выиграли, ребята, это были у нас ежедневки. Ну что опять? Что опять черный экран мне показывается? Да, такое бывает. Такое бывает, ребята, зависание. Не знаю, чем оно связано. Прогрузилось. Ну что, в принципе, наверное, на сегодня все. Да. Коротко получилось, ребят, но я хотел подольше. Подольше и получше. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.